Что делать с бездомными животными? Этот вопрос обсудили сегодня на заседании Общественной палаты Барнаула. Городские власти и активисты. Они в очередной раз подняли вопрос об исполнении закона об ответственном отношении с животными. К участникам встречи обратился глава Барнаула Вячеслав Франк. Он подчеркнул, проблема бездомных животных сейчас действительно актуальна. Действительно, ситуация больная, она ответственная, и она в какой-то степени, в какой-то мере достаточно опасная. Сейчас по муниципальному контракту отловом животных в краевой столице занимается приют «Ласка». В этом году планируют поймать не меньше 620 собак. На счету организации за два месяца 2022-го 165 особей. Неагрессивных после лечения, вакцинации, стерилизации и меткования выпускают на прежние места. Агрессивные остаются в пункте. Стоит отметить, что вопрос безнадзорных животных – это все-таки проблема не животных, а людей, да, с той точки зрения, что и создают-то ее люди. Да, поэтому для того, чтобы нам добиться отсутствия безнадзорных животных у нас на улице, конечно же, надо проводить работу именно с населением и с владельцем животных. На заседании также отметили, что чаще всего бездомные животные встречаются в частном секторе, гаражных кооперативах или строительных площадках. Хотелось бы обратиться к гражданам нашего города, чтобы они относились более серьезно к содержанию своих животных. Потому что очень часто граждане частного сектора отпускают своих бездомных собак, которые в дальнейшем убегают, сбиваются в стаи, плодятся и создают опасность для нашего общества. Напомню, в феврале депутаты АКЗС приняли поправки в бюджет региона на этот год. В нем увеличили расходы на исполнение муниципалитетами полномочий по отлову и содержанию собак почти до 25 миллионов рублей. Это связано с увеличением стоимости услуг. Если первоначально на эти цели было заложено 16,5 миллионов рублей, то теперь эта сумма увеличится почти на 1,5 миллиона.